Всем привет! Во-первых, хочется сказать большое вам спасибо за то, что заглянули и проявили интерес к данному видео. Это моя первая распаковка альбома, поэтому, пожалуйста, не судите очень строго. Во-вторых, хочется рассказать, что будет на моем канале. В основном это будут распаковки кей-поп альбомов. Кей-поп мерч я не покупаю, пока мне это не интересно, но иногда будут бонусы, как в сегодняшнем видео, в конце. Я до последнего сомневалась, надо снимать, не надо снимать, будет ли кому-то это интересно, но в итоге решила, почему бы и нет. Я сама лично смотрю распаковки и на наших, и на иностранных каналах. Конечно, с иностранными по количеству распаковок нам не сравнится, но важнее, я думаю, качество, а не количество. Мне, например, интересно, конечно, смотреть русские распаковки, но многие альбомы, которые я когда-то искала, были только у иностранных, поэтому особо выбора у меня не было, что смотреть. Альбомы будут разных групп, мужских, женских, и сегодня это будут 80s, и они не просто так будут в моем первом видео. Так получилось, что я выкладываю видео 24 октября, и именно сегодня 2 года с их дебюта, и я сначала решила снять распаковку на их новый альбом, но потом подумала, как это будет символично просто снять распаковку именно на альбом с их годовщины, то есть на вторую годовщину снять распаковку альбома, специально сделанного на их годовщину, прошлый год. Поэтому мне очень интересно, что внутри. Я, естественно, перед тем, как заказывать, давно еще, я смотрела распаковки, но потом, перед тем, как заказывать, я уже не смотрела, чтобы было интересней, чтобы были такие какие-то свежие впечатления, можно сказать. Поэтому давайте начнем. Мне уже прям, честно говоря, мне не терпится. Так. Я не распаковывала, я ничего там не смотрела, он еще вообще в заводской, можно сказать, упаковке, в полиэтилене. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что внутри. Так, я, кстати, хотела канцелярский нож сначала, но я подумала, я тут все изрежу, мне кажется, все, что можно и что нельзя. Поэтому я нашла вот такую штучку. Сейчас просто подцепить и все дальше оторвать, и все готово. Так. Она такая острая. Вот. И все. И сейчас мы тут все порвем. Все раскроем. Так. Так. Ну, он, конечно, выглядит как самый первый дебютный альбом, ну, кроме только названия. Название у них как их полноформатный альбом. Так. Вот мне не нравится то, что он черный, и вот из такого материала, и он как будто весь, не знаю, уже полежал, не знаю, как будто у меня год где-то валялся, и вот эти вот все царапины, все, но это просто, честно говоря, такой, так, вот так вот лучше, честно, такой просто материал, ничего не поделаешь. Вот я все время думаю, что я покупаю альбомы только ради фотобуков. Ну да, карточки там есть, но давайте согласимся, что карточки — это самое интересное, кто попадется. Ой. Я хочу, чтобы мне кое-кто попался, потому что у меня есть предыдущие все альбомы, но Favor я еще не открывала, но все предыдущие альбомы у меня есть. И у меня не хватает 2 участников, которых у меня нет. У меня нет какого-то определенного участника, которого я хочу собирать карточки, там, не знаю. Мне, ну, мне нравятся все. И кого-то одного выбрать, ну, это жестоко. Я не могу выбрать. Вот. Но у меня нет просто 2 участников. Это Сан и Санхва. Поэтому я хочу, чтобы они попались либо в этом альбоме, либо в новых, которые я тоже буду сегодня распаковывать. И уже выйдет в другом видео, в следующем. Но раз годовщина, в честь, я решила выложить прям даже сегодня 2 видео. Поэтому так.
Вот интересно, я не помню карточки, они прям наверху. Они, по-моему, у них не в фотобуках, не как у всех. Сейчас откроем. Так. Тут просто положим. Так, интересно, где там все? Мне кажется, сейчас как все. Так, нет, сейчас, чтобы не смотреть. Так, ну это диск. Было бы, где мне эти диски... Так, я сейчас... Я не люблю, конечно, их доставать, но ладно. Я вот думаю, где эти диски слушать. Вот честно, я бы все это послушала дело, но... Ну, просто их негде слушать. Так. Так. Сейчас. А, они, значит, все фотобуки. Они фотобуки. Так, ну ладно, значит, идет стикеры. Все участники. Так. Будем складывать, как есть. Так, начнем, наверное, с основного фотобука. Так. Фотобук. Интересно, они подобрали цвета. То есть вот тут два фотобука будет. Один оранжевый, один черный. То есть под цвета альбома, можно сказать. Так. Получается, карточки все внутри. Так, сейчас я достану, чтобы не видеть, что за карточки. А, ну тут понятно. Или не доставать. Так, давайте начнем, и потом уже там по делу разберемся дальше. Так, походу. Так, ну тут ничего интересного нет. О! Вот это красиво, конечно. Это такой как дым. Действительно красиво. Я люблю фотобуки. Мои самые любимые — это когда снимают на природе. Вот, где-то в лесу, на поляне. Но, в принципе, если красивые фотографии. А, здесь вспомнила, будут черно-белые. Боже. О, господи. Они здесь как будто в своем. То есть они специально там, не знаю, накрашенные, специально одетые, стилистами. Как будто, мальчики, приходите в своем. Мы будем вас снимать как есть. У Ханчжуна еще такая прическа, когда он снимался там для альбома. По-моему, там, если прошлый год, то это Wonderland. Да. Здесь что-то уже такие погрустневшие, уже серьезные. Такие, так, все, хватит, не будем улыбаться, давайте серьезные лица. Я не очень эмоционально как-то смотрю фотобуки. Я над каждой фотографией, там, не знаю, не обсуждаю что-то. Я просто смотрю, если какие-то фотографии мне нравятся, то хорошо. Не, ну классно, конечно, в черно-белом. Мне вообще нравится ЧБ цвет, когда фотографии в черно-белом. Не знаю, мне кажется, это очень красиво. Даже больше нравится, чем цветные. Поэтому очень классно, что они выбрали именно ЧБ цвет. Ой. А, это... Так. Здесь какое-то должно быть послание, как в прошлых. Вот так ничего не видно, а так интересно. А, вот так подставляешь. Что-то видно. Только что тут видно? Непонятно. Предвечивает. Непонятно. Я не вижу. Может быть, тут что-то на корейском? Я не понимаю. Так, ну ладно. Поехали дальше. Снимки. Вообще, я, если честно, тоже долго думала, покупать, стоит покупать на годовщину, не стоит покупать.
Но потом решила, что у меня есть все альбомы, и я просто обязана, потому что Этис одна из моих любимейших групп, и я просто не могла их не купить, все альбомы собрать. Я познакомилась с Этис, пока смотрим альбом, я расскажу. Я познакомилась с Этис в этом году, в январе, когда у них был камбэк «Sensor». Я просто влюбилась в эту песню, в клип. Мне так понравилось, что я захотела узнать, что это за группа, послушать все их альбомы, пересмотреть их все клипы и вообще все с ними посмотреть. И я все с ними посмотрела. Я посмотрела различные шоу, различные преддебютные их программы, ну, тоже шоу, я думаю. Поэтому очень классные парни, мне очень нравится их музыка. Ни одна корейская группа, которую я слушаю и которая на данный момент меня, можно так сказать, цепляет и интересует. Да, есть какие-то песни определенные, но чтобы вот так вот прям альбомами, то есть они, можно сказать, такие прям в моем вкусе. Вот то, что они делают, последний альбом. Я поговорю о нем отдельно, когда будет распаковка альбома. Поэтому последний альбом вообще, я считаю, шедевр. Я в восторге от него. Так. Я не понимаю, почему Этис, как я читала, что они не очень популярны в Корее. Не знаю. У иностранных они более популярны. Вот это, кстати, я... Не знаю, не очень понимаю, если честно. Классные парни, классная музыка. Вообще, KQ Entertainment, молодцы. Сколько всего и в альбомы кладут. Не то, что некоторые, не будем показывать пальцами. Главное продать и знать, что все это продастся. Тут хотя бы что-то делают люди, что-то думают, придумывают. Такие огромные фотобуки просто так. Что так? Это детская фотография, да? Так. Детскую я увидела. Так. Потом посмотрим, какая взрослая попалась. Потому что детскую-то я не знаю, кто это. Потом найдем. Мне просто, мне нравится у этих такие огромные фотобуки. Ты просто вот реально листаешь. Конца и края нет. Ну, черно-белая фотография. Чанхода вообще. Ой, да. У них точно есть какой-то концепт, но я пока не поняла, какой. Интересно, сколько здесь страниц? Не хотела сегодня про другие группы говорить. Ладно, не буду. Сегодня будем говорить только про эти. Но у некоторых фотобуки, не знаю, 3 листочка и все. Половина на половину. Не в обиду, конечно, но серьезно. Могли бы немножко и как-то подумать об увеличении фотографий в фотобуках. Это из клипа. Класс. Очень красиво. А это не выложенные... Так, это фотографии, которые, наверное, не вошли в те фотобуки, скорее всего. Потому что эти концепты были как раз в их полноформатном альбоме.
Да, кстати, я таких фотографий не видела. Одежда, да, а вот такие фотографии я... Ну, классно, чего? Вот сразу меняется. Когда где-то с природой. Мне сразу очень нравится. Я не знаю почему, но мне вот нравится прям. И, ну классно, конечно, цвет волос просто потрясающий. Мне прям очень нравится. Ему очень идет. Такие голубые глаза. Красиво, кстати, голубоглазым и с черными волосами. Я давно заметила. Именно не блондинки, кстати, да, не блондины с голубыми глазами, а вот именно с черными волосами, я считаю, смотрится круче. Я не знаю. Так, тут у нас трек-лист. Обычно у них все трек-листы, все тексты песен были на таких карточках. Не на карточках, как называются, на таких больших фотографиях. А здесь они это не положили. Ну, потому что есть второй фотобук еще, поэтому решили, что и так достаточно. И теперь второй черненький. Здесь должны быть, по-моему, детские фотографии. Так, что это такое? Это телевизоры. В телевизорах. А, в телевизорах детские фотографии. Тут надо прям вглядываться. Ханджун. Понятно, это какое-то послание. Ну, это понятно, это в честь годовщины что-то написано, но что непонятно. Ясно? Господи, маленькие. Ой, боже, прическа. Санхва. Над маленькими всегда так, не знаю, как-то умиляешься прям. Какие прелести. Юнхо. Бу. Простите, что я, может, как-то смотрю фотобуки не так эмоционально, как во многих распаковках, там, не знаю, но как есть. Да, я не как-то не пищу над каждой фоткой, поэтому уж простите. Так. Такой модный парень. Вот кто мне попался. Мне попался начминги маленький. Потому что я запомнила эту фотографию. По-моему, это мне попалась карточка. Сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю. Так, эту смотреть не буду. Это. Да, вот. Это мне попалась карточка. Да. Кстати, мне кажется, можно его и так узнать. Даже не глядя. О, это улыбка. Так, маленькая, понятно. Так, попался Ники. Так. Ну, мне кажется, вот этот взгляд у него остался до сих пор. Вот. Можно узнать по взгляду.
и чулком. Так. Боже. Так. И все. Так. И сейчас посмотрим, кто попался. Вот интересно. Так. Сейчас поглядим. О, Чонхо. Не, ну я Чонхо тоже рада. Эх, ну жаль, конечно, что Нисан и Санхва. Но у меня еще есть новые альбомы. Я надеюсь, что там попадутся. Ну а так я очень рада Чонхо. Я вообще, честно говоря, считаю его одним из лучших вокалистов. Его голос. Я когда услышала, я была просто в шоке. Что такой мальчик может так петь. Просто лучший. Лучший вокалист. Вот. Все, что могу сказать. Так. Ну все. Распаковка на это закончена. Но я обещала еще бонус в конце. Что за бонус? Так. Что за бонус? Я давно хотела себе купить что-нибудь из BT21. Ну, либо подушку, либо какую-то классическую игрушку. Сейчас очень много всяких разновидностей. Мне очень нравятся бэбики, но я подумала, что все-таки в итоге я хочу именно классическую игрушку. И я давно уже себе присмотрела, и я знала, кого я хочу. Итак. Раз, два, три. Вот его. Та-дам! Да, это Чимми. Именно из всех персонажей BT21, именно в классическом варианте игрушка, мне очень нравится Чимми. Сейчас мы его распакуем. Он еще до сих пор тоже такой вот в пленочке. Прелесть! Мне даже коробку жалко выкидывать. Наверное, я ее оставлю. Она еще в такой упаковке. Так. Так. Посмотрим коробочку. Ну, здесь, в принципе, Чимми, плюш. Плюшевая игрушка, кукла. BT21. Здесь у нас идет BTS. Хотя я сегодня Big Hit Line Friends. Сегодня обещала никакую большую группу не этот, но все-таки Чимми, BT21. Господи, такая прелесть. Боже. Тут еще и подпись его. Обалдеть. Итак. Все настоящее. Имеется голографическая Line Friends. То, что Made in China, мне кажется, всем уже понятно, почему. Все удивляются и говорят, ой, а это точно настоящая игрушка? Точно официально? Очень странно, что Made in China, должно же Made in Korea быть. Люди, ну, как уже объясняли, многие, кто распаковывал уже эти игрушки, то, что очень многие материалы именно для игрушек делаются в Китае. Поэтому и идет Made. Ой, так. Так. Made. А, тут на подставочке. Так, сейчас достанем. Боже! Он такой мягкий. Прелесть такая. Он еще и на подставочке. Очень хорошенькие такие. Ой, а у него в ушках какие-то... Слушайся, у него в ушках какие-то... как камешки или что-то кругленькое такое. Прям как бисер. Вот, ну, такой, как бисеринки или что-то такое. И в этом тоже...
Ну, прям прикольно, прикольно. Ну, а так, обычная игрушка. 5.21. Что тут написано? От 3 лет и выше. Угу. Тут что? Понятно. Тут 5.20. Чимми. И 5.21. Ну, сделано, конечно, все очень качественно. В общем, прям, слушайте, ну про ушки я не знала. Никто ничего никогда не говорил, что у них в ушках. Видно, чтобы они вот так вот именно вниз опускались. Слушайте, ну, вот. Даже на стол как-то мне хочется его. Класс. Так, вот так засунем. Вот так. Ой, такой хорошенький. Прелесть просто. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Впереди обещаю, что будет очень много всего интересного, очень много распаковок. Буду выкладывать их часто. Я хочу хотя бы раз в неделю, но если будет чаще, то ну, получится снимать и выкладывать чаще, то это будет просто отлично. Впереди, как я и обещала, будет обязательно распаковка нового альбома Этис. Ну, а на этом все. Сегодня еще увидимся в следующей распаковке, поэтому пока!